На свете есть места, куда приходим мы на миг уединиться, где память, как строка почтового листа, нам сердце исцелит, когда оно томится. У каждого из нас. Ваше любимое место в городе? Парк? Городской парк. Фонтан. Чуть больше 10 лет назад трудно было даже себе представить, чтобы кто-нибудь на вопрос, где вы в городе больше всего любите отдыхать, ответил в городском парке. Помните, какой этот парк был 10 лет назад? Да, здесь домики. Я еще помню, что здесь стояли деревянные домики, и огородики у них были. Помню. Красивый был, не очень только. Здесь вообще было жилуха такая, дома частные. Ой, парка-то не было. Здесь же эти были огороды. В 1996 году закладка и обустройство парка стала одной из первоочередных задач городских властей. Задачу поставили, приступили к выполнению. 12 июня 1996 года – День независимости России. Именно к этому празднику была приурочена закладка первого камня в строительстве городского парка. Мероприятие, объединившее весь город. Шахматная олимпиада, выступления творческих коллективов, спартакиада и даже автородел. Сегодняшнее мероприятие, сегодняшний праздник мы постарались организовать для земляков, для реутовчан, посвященный дню заложения камня по открытию и строительству парка культуры и отдыха. Проблема эта она стояла на протяжении нескольких лет. Ставился вопрос именно как наказ, значит, организовать, сделать досуг для отдыха населения. Люди откликнулись. Именно так всем миром поднимали будущее любимое место отдыха. Сажали деревья, выкладывали дорожки, строили детский городок. Спустя год, в день рождения города, его глава Александр Ходырев, обращаясь к горожанам, еще раз подчеркнул важность поставленной задачи. Камень по строительству парка мы заложили с вами в июне 96 года. Сегодня вы свидетели сами той работы, которая проводится. На 98 год при формировании бюджета мы планируем заложить средства для того, чтобы сделать детский городок нормальный, сделать зону отдыха для молодежи и так далее, чтобы можно было действительно, значит, парк, как говорится, был бы по назначению. Сказано, сделано. Сегодня, кроме ухоженных аллей, удобных скамеек, сказочного детского городка, добавились аттракционы, которые не хуже, чем в Москве, и даже великолепный фонтан. Сейчас невозможно представить себе реутов без этого зеленого уголка, готового встретить и малыша, делающего первые шаги, и решившего подумать в тишине отца семейства. И людей старшего поколения, для которых отсутствие шума и суеты – праздник. Ну, сейчас прекрасный стал, очень прекрасный. Наш город преобразился, неузнаваемый стал, и парк тоже. В общем-то, я смотрю, там наводит порядок, красота, чистота, клумбочки красивые. В лучшую сторону, очень хорошо. С детьми тут вообще, мне кажется, с утра до позднего вечера. Притом столько аттракционов, даже не надо ехать в парк Горького. По сравнению, вот что в Москве здесь не так суета, не такая большая суета. И как-то воздух все равно чище по сравнению с Москвой, поэтому удобнее. Очень хорошо. Еще пожить мне в Аби. Мне вот 78-80 год. Очень хорошо. Я очень рада. Хоть бы еще немножко побыть. Если хочешь душой отдохнуть, или о чем-то взгрустнулось тебе, приходи ты на рощу взглянуть, побродить меж берез в тишине. Успокоит зеленый листвой кроны стройных красавиц тебя. На душе будет мир и покой, и ничто не встревожит тебя.
Грусть бесследно исчезнет в тени, и прохладе, что ветви таят, в рощу душу излить приходи, и березы тебя исцелят.